Непрадпрыемства АТЭТАН. Кіраўнік рэспубліканскага грамадскага аб'яднання Беларусь Геннадзій Давыцька наведаў сёння беларускі металургічны завод. У рамках візіту ён прайшоўся па вытворчасці і сустрэўся з працоўным калектывам прадпрыемства. Па выніках азнаямлення са сталеплавільнай, сортапракатнай і сталядротавай вытворчасцю Геннадзій Давыцька адзначыў, што завод цяжка назваць прадпрыемствам. Яму больш адпавядаюць тэрміны глыба, тытан ці гігант. Да и у Воголя отливается тут не сталь, а суверенитет. Когда ты видишь этот город, ты понимаешь, какая это мощь. Ты понимаешь, сколько людей работает в этом городе на счастье своих семей, на счастье Родины. И когда мы говорим о суверенитете, о независимости, в первую очередь должны возникать такие предприятия в воображении человека. Вот он стоит и делает свою работу. Он работает на суверенитет. Вот льется этот металл, это льется наш суверенитет. Сустрэча с працоўным коллективом БМЗ почалася с подвядзення выников 2018 года «Малой Радзімы». Як вядома, 2019 так само пройдзе под гэтым знаком, и многие проекты будут протягнуты. Об тых великих справах, якія уже реализовали у Беларуси, распавел Геннадзій Давыцька у своим докладе. Пасля сустрэча протягнулася у формате диалога. Працоўныя беларускага металургічнага завода потекавіліся у кіраўніка Белой Руси про дзейнасць гэтай организации, супрацоўніцтва с іншими громадами, маскими объединениями и державными органами. Были пытания особистого характеру, а так само об меркавании Геннадзія Давыцькі на конт певных социальных и внешнеэкономичных ситуаций. Больше подробязно у завтрашних выпусках новинок.